Всем привет! Будут у нас спагетти, ну она же паста с креветками потребуется. Сами спагетти, креветка. Ну штучек 20 где-то примерно на порцию. Вот. Черный перец горошком для варки креветок. Такая приправа для соуса. Аджуар лютин. Тут разные перцы, красный перец, баклажан, помидор, чили. Вот такой для соуса. Сливок немного. И этот для креветок также. Ну и базилик тоже для немного соуса. К сожалению, лаврового листа у меня нету. Ну вот так вот как-то. Будем варить креветки. Ну креветки по соли. Можно много класть соли, в принципе. Делать такую, как называемая, рапа. Потому что они все равно много не возьмут соли. Вот, из укропа вот я использую вот эти, ботвичечку. Она ароматная. Смысла нету переводить продукт, который еще можно чего-то пригодить. Вот. Пока там варятся креветки, сейчас что-нибудь спагетти попозже, потому что креветки придется чистить еще. Спагетти с нашей остынут. Ну какие креветосы свежайшие. Ну варить где-то минуты две, в принципе, достаточно. Просто еще немножко мы их попассируем в соусе. Ну 20, собственно, я взял. Будет достаточно. Затем перец горошком, а укропчик в концовке. Лучше класть. И пусть настоятся там тоже на минуточку-две. Да, что с ловушкой прогадал. Как-то нету лаврового листа. Вот. Отлично посолили. Убираем. Такую бы делать креветос потом.
здоровые сковородки. Достанешь спагетти, варить до состояния альденте. Ну, не знаю, минут 15 как их варить. Крошится что-то спагетти-то как-то. В общем, варятся наши креветки, затем почищу и будет вариться паста. Ну вот, прошло 2 минуты, значит, креветки сварились. Сейчас они настоятся, тоже минут 2. Вот, зелень я туда положил, видно, наверное. Потом будем варить макарошки. Итальяно. Кстати, попробовал вот эту фигню, это подружка делает. Хорватская фирма, которая делает вегету. Я тут пытался прочесть. Тут на словенском языке написано. На хорватском. Я что-то переводчик не нашел. Точнее, язык я нашел на клавиатуре. Не знаю, где там. Там у них какой-то шрифт, такой буквы. Например, букву Z там с двумя какими-то палочками сверху. Вот. Дела. Ну, почищу креветки, запущу спагетти. Вот, креветки, короче, почищены. Такие креветочки. Крупные. Крупнейшие. Вкуснейшие. Сейчас вода закипает, мы тогда рассыпаем туда спагетти. Они должны быть альденте же. Чуть-чуть. Такие. Не, даже сразу их положу. Сейчас пока провалится. Так.
Но они постепенно как-то входят в воду. Длинные. Ломать же их не будем, не целиком. Да. Вот, я для украшения еще вот использую помидорки. Вот это, конечно, вкуснейшая штука такая, в меру ядреная. Хотел я чили туда добавить еще немного, но сойдет абсолютно. В общем, варятся они макарошки минут 15. Вот такие получились спагетти. Я их пролил креветочным рассолом. Вот сливочный ядреный соус. Такой получился. Мешаем немного. Ну, не обессудьте, я первый раз делаю. Что-то получится. И как по итальяну вот так вот накручивают они. Едят там. Вот, примерно так. Насыпем сырка еще сверху. Немножко. Немножко базилика. Ну, как-нибудь вот так, например. И помидорками украсить можно. Наверное. Вот такое получилось блюдо. Вот. Всем приятного аппетита. Готовьте. Не стесняйтесь. Всего хорошего всем. Пока.